последний видео делал режиссер Йонас Акерлунд. А некоторое время назад вы работали с Антоном Карбиным. Вы просто следуете моде? Видео – это одна из самых нудных вещей на этой планете. Если ты хочешь снять видео, то надо постараться сделать что-то, чтобы тебе самому нравилось. Хотя бы немного. Надо стараться работать не с одними и теми же товарищами, а людьми с разными взглядами, отличающимися подходом к делу. Все это очень просто. Оба эти клипмейкера замечательные люди, но абсолютно разные. У каждого свой подход к работе, свои методы. Поэтому чем больше разных людей ты встречаешь, тем интереснее может получиться в итоге. Видео — это что-то вроде необходимого зла. Кстати, многие клипы Акерлунда MTV запрещает показывать полные версии и купирует их. Режет достаточно много и в самых интересных местах. И с вашим клипом Turn the Page то же самое случилось. Что касается этого видео, то, наверное, каждый бы нашел какую-нибудь причину урезать его, потому что тема клипа очень щекотливая. Видео очень хорошо сделано графически. Вполне понятно, почему европейская MTV не показывает полную версию. Ларс пытался продвинуть видео на MTV, но, как мы уже говорили, мы делаем видео и, конечно же, хотим, чтобы его увидело как можно больше людей. Безусловно, мы не хотим, чтобы оно урезалось, что обычно приводит к разбавлению сюжета. Мы работали с Йонасом. Он делает сумасшедшие по графике и сюжету видео, однако продвигать их полной версии становится немного трудно. В общем, я считаю, что он очень хороший режиссер. А чем связано ваше обращение к симфонической музыке? Это что, старость идет? Нет, мы не собираемся переориентироваться на серьезную музыку. Мы просто играли свои песни с симфоническим оркестром. То есть песни никуда не делись. Это песни Металлики, но на фоне симфонического оркестра. Слышать огромный оркестр у себя за спиной. Ощущение невероятное. Энергия пульсировала вокруг нас. Это безумно вдохновляет. Этот концерт – одно из самых потрясающих событий, участником которого я был. Интересно. Не хочется прерываться ни на минуту. Но надо. Много выпито воды. Вы смотрите MTV. Меня зовут Тутта Ларсен. С вами на MTV. Мы сидим в интернете и узнаем все, что только происходило на фестивале Rock Kyiv. Но самое интересное вас ожидает все-таки еще впереди. Жалко, что вы играете только в Киеве. В Москву к нам не заезжайте. Вспоминаю ваш прошлый приезд в Москву. Вот это было событие. Могу сказать, что это, наверное, было самое громкое музыкальное событие десятилетия, и не только для России.
Если кого-то из нас спрашивают о самых сильных воспоминаниях, мы всегда называем Москву. В воздухе витал какой-то особенный дух. Это все из-за событий, которые тогда происходили в Москве. Вечером, за день до шоу, я прогулялся по Москве. Даже в воздухе чувствовалась какая-то особенная наэлектризованность. Вы были на пороге великих перемен. Перемен, когда не знаешь, чем все может обернуться. Хорошо или плохо. Однако всегда надеешься на хорошее. Именно это и чувствовалось. Боязнь, но одновременно и надежда. В Москве у нас получилось одно из лучших шоу. Люди сразу включились в наши песни. От них исходило столько энергии, оптимизма. Насколько я знаю, был сделан фильм о нашем приезде в Москву. И очень хороший фильм. Да, Москва нам сильно запомнилась. Стоялся. Не знаю, Бог был со мной, моя энергия. Мое умение убеждать. Что произошло? Тогда свалилась путь. Прошел путь, коммунизм фактически умер, и весь мир очень заинтересованно смотрел на Россию, что будет дальше. Так я занимался только этой развлекательной индустрией, всякой телевидение, концерты, то первой моей идеей было сразу, я должен привести в новую Россию, потому что я понимал, что она новая уже. Что-то такое, о чем мечтало много поколений людей, которые были уверены, что никогда они этого не получат. Я себе нарисовал в воздухе два имени, Сидиси и Металлик. В общем, было сделано это абсолютно от бреда. Абсолютно случайно, в день своего рождения, 2 сентября, я узнаю о том, что они вместе ездят по Европе в туре «Монстр Рок». Я такой отмороженный русский, звоню кому-то, я уже не помню кому, и просто на энергетике начинаю убеждать. Вы представляете, какой подарок вы сделаете молодняку советскому тогда еще, который мечтать не мог о том, что это может произойти, и плюс как вы поддержите Россию, вот в эту минуту открыв ворота, открыв эту свободу. Что меня больше всего потрясло, так это то, что над нами летал военный вертолет. Боже, российским властям в то время все казалось опасным. Прямо таким ужасно опасным. Это не военные. Это я когда понял, что происходит, я сел, потом Юрий Михайлович приехал. Он сел на вертолет, прокатился. Это не военные были вертолет. Это мы катались, были. Мы отыграли в Москве замечательный концерт, один из лучших. Чуть не забыла одну важную.